Всем доброго времени суток, всем здрасте. С вами Анатолий, вы на канале Top Gamer. Ничего себе. 44 минуты назад на нашу деревню напали. Блин, кто? Кто это? Ограбили нас. Ограбили. Вот это номер. Ничего себе. Грабили нас тут. Деревня под защитой у кого-то, а нас грабят. Что творится? Ход атаки. Вот так игра. Ничего себе. Пока нас тут нету. Блин, что я? Блин, в эту игру еще надо уметь играть. Да и качаться надо очень долго. Ну, так даже не интересно. С одним. Так, а что еще тут можно? Так, зону-то. Хижина строителя. Блин, у нас не хватает денег. Что не то, что там. Нужно покупать все. Да уж. И вот так вот. Я думаю, это нам поможет. Так, это я не буду увеличивать. Хотя, а почему бы и нет? А, блин, нам на армию надо, да? А давай. Не. Чё там? Ну, нажимаю. Так.
Это что? Угу. Так, ну, возможно, это нам пригодится. Так, давайте потренируем. А, вот что нам надо. Да уж. Так. Все. Ускорять мы не будем. Пускай так. Да, получается. Так, ребята, я как... Может, знаете, ребята, я ошибаюсь. Ну, вы напишите мне в комменты. Я как понимаю. Короче, вот сейчас, смотрите, у нас такая ситуация, да? Мы только начали играть. Мы уже 2 или 3 серии это сделаем. Может, 4, так я точно... Ну, где-то серии 4, да? За серии 4 у нас всего-навсего вот такое вот деревня. И то это нам дали в обучение просто-напросто. Вот. Это что означает? Это означает то, что потихонечку... Так, собрать. Что-то собрать. Это что такое? Кто-то что-то потерял. Налет, когда он на нас был. Так, ну и вот, смотрите. Зашел. Короче, там... Что-то на прокачку поставил. И все, да? Ну, можем... Нет, я думаю, и все, и вышим. Так будет интересно, да? Потому что... Больше выхода-то нет никакого. Да, еще что я как понял. Я вот вообще в эту игру захожу раз в день. Ну и видео заливаю раз в день с этой игрой, правильно? Ну, получается, нужно заходить где-то в день по 3-4 раза, да? В комменты напишите, пожалуйста, сколько кто играет, сколько раз заходит в день в эту игру. Так, пускай качается тогда. Ну да, это пускай все качается, столько войн будет. А потом, так. Готовить мы заклинание никакое не можем. А быстрая тренировка тоже, на 5 уровне только, понятно. Так, ясно. Когда у нас, это что у нас такое? Мой профиль, так. Так, что он тут в профиле-то вообще? Так, покажите этим гоблинам. Угу. Чемпион всех времен. Так, кланы тут. Так, давайте в магазин зайдем, посмотрим, что еще тут. Так, вот, допустим, ресурсы, да? Так. Третьего уровня надо, да? Угу. Тот же третьего уровня все надо. Защита. Нет, да вот, смотрите, кто знает. Лёх, ты знаешь, ты уже опытный в этой игре. Нет, скажи, а третий уровень, что нужно-то делать?
А, ну я как, я, может, понимаю так, уровень третьего уровня. То есть вот это нужно прокачку сделать, да? А чтобы эту прокачать, нужно 5 тысяч таких. Да уж. А у нас нет. Понятно. Нужно, короче, нам ну улучшить вот это, да? Ну-ка. Так. Давай. Так. Так. А, ясно. Короче, смотри. Вот пока строитель строит это. Ясно, ясно, все понял. Ну, значит, мы пока не будем тратить ничего. Так, ну вот тут тоже строитель строит. Работа у нас кипит. Кстати, вот. Я вроде это не делал. Так, ну да, мы пока не будем денег тратить. Пока денежки мы не будем тратить. Пускай все тут заканчивается. Строится. Так, знаешь, давай-ка мы сходим в бой. Так, атака, атака. Плата, гоблинский лес. Ну, туда... Рановато нам идти, да? Да, пока не будем рисковать. Так, а тут что? Так. Здесь раз, пушка, два. Так, значит, нам что нужно сделать? Смотри, короче, берем лучников. Сюда. 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 Теперь. Сюда. Сюда. Да, как бы я проиграл, да, смотрите, но все равно это монеты увеличились. Ну и тут тоже увеличилось. Правда, немножко, но все равно. Так, не. С одним я биться не буду. Так, ну. Чё, посмотрели, короче, тогда? Поставим сейчас на тренировку. Собрать. Так, тренировка. А, кстати, я же мог бы и вот этих тоже забрать. Так, ладно, давай я, короче, вот этих. На все.
Так, все, 11 штук обезобранных. И пускай тренинг качается. Ладно, ребята, всем огромное спасибо, кто смотрел видео. Всем пока, всем удачи. Вот так вот понемножку будем все делать. Собирать, качать. Да, ребята, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы увидеть новые видео. Пока. Да, и также напишите в комменты, кто играет в эту игру и как нужно лучше прокачаться. И быстрее. Кто-то скажет, может, щитами. Если кто знает, что как можешь щитами прокачать, то напишите тоже в комменты. Ладно, ребят, всем огромное спасибо, кто смотрел видео. Пока. Удачи вам. Вы были на канале Топ Геймер. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Это дежурные как бы слова. Ладно, пока всем.